Всем привет! Основные настройки частотного преобразователя фирмы Schneider ATV-310. Так, сейчас у нас бегает светодиод. Значит, это рабочий режим. Так, проверяем пуск. Стоп. Так, чтобы перейти в режим программирования, нажмем кнопку мода и удерживаем. До появления 13. Отпускаем. Так, нажимаем на колесико. Выбираем, крутим его. Выбираем режим Conf. Нажимаем. Выбираем режим Full, то есть все настройки. Выбираем меню 500. Выбираем 501, 501.0. Это время разгона. То есть колесо можно больше сделать, меньше. Двигатель 4-киловаттный, я поставил 60 секунд. Подтверждаем. Так. Выходим. Еще раз выходим. Дальше нас интересует режим. Так, время разгона поставили, время торможения. Ищем 500. 501. Это 1.1. Тоже у меня 60 секунд стоит. Можно больше, можно меньше, в зависимости от двигателя. Подтверждаем. Входим. Так, теперь нужно выставить нижнюю скорость вращения. Это у нас 512. Входим. 500. 512 параметр. Подтверждаем, заходим. Еще раз нажимаем по нулям. Тоже можно больше, меньше, у меня 0 стоит. Подтверждаем. Вышли. Так. Максимальная частота вращения. Параметр 512.2. Крутим колесико. Так. У меня 53 стоит. Подтверждаем. Так, выходим. Дальше. Настройка аварии. Пункт 200. Выходим. Дальше 205. Выходим. 0.0 это не работает. Ставим 0.1. Подтверждаем. Выходим. Мощность двигателя. Раздел 300. Так. 302 точнее. Выходим. Стоит 4 киловатта. Можно больше, меньше. В зависимости, что написано на двигателе, выставляем в данном случае 4 киловатта. Дальше. Напряжение. Напряжение это 304. Стоит 380. Подтверждаем. Выше. Ток двигателя. Это параметр 305.
колесико, выбираем 305, стоит 8 ампер. Также выставляем, сколько у вас там на табличке. У меня 8 ампер. Подтверждаем, входим. Так, скорость, номинальная скорость вращения. 307. У меня 2850 оборотов в минуту. Входим. 308. Это максимальная частота, какая возможна. В данном случае надо поставить 60 Гц. Входим. Закон управления двигателем 309. Так. Нужно поставить 0,6. Обычно 0,300, это я ставлю 0,6. Входим. И можно провести автонастройку, автотюнинг так называемый. Так, это у нас 300. Дальше 318 ищем. Подтверждаем. Стоит 0,2, значит, она уже была проведена. Если обычно 0 стоит, значит, нет, не было настройки. Ставим 1. Подтверждаем. Вот, он вышел. Если сейчас зайти, то вот, вот вышел. Вот, видите, 0,2 появилось. Все, можно ничего не делать. Так, Escape нажимаем, выходим. Еще раз Escape нажимаем. Много раз выходим, выходим, выходим. Так, и... две черточки слева и два нуля справа. Нажимаем моды и держим. Отпускаем. Все. Все параметры сохранились. Проверяем. Так, я оставил 53. Сейчас в течение минуты он должен разогнаться до 53. Так, видели, я нажал стоп. Сейчас он медленно-медленно понижает частоту. Соответственно, двигатель понижает обороты. Все, к нулям. Всем спасибо. До свидания.